Изменения в системе местного самоуправления, которые происходят в Самаре, в Штутгарте, были введены уже давно. Привлечь наибольшее количество активных жителей к решению городских проблем – это общемировой тренд. В России пока в этом направлении только первые шаги. В полной мере это уже реализуется в Самаре, и опыт немецкого города пригодится. Об этом говорили на парламентской встрече, которая прошла в Самарской городской думе. В Самаре реализуется реформа местного самоуправления. Ее цель сформулировал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Суть изменений в том, чтобы исполнительная и представительная власть стали ближе к людям, и вопросы населения решались быстро и эффективно. Таковы наши приоритеты, и, безусловно, нам всем будет интересен опыт наших коллег из города Штутгарт. На встрече с делегацией Штутгарта собрались депутаты городской думы, районных советов. Сегодня создается эффективная система решения проблем жителей города, местное самоуправление. Благодаря этому в Германии удалось добиться чистоты, благоустройства и порядка в городах и селах. Как вы знаете, у нас на протяжении десятилетий существует подобная форма самоуправления. Вы на правильном пути, и вы придете к тем же результатам, что и мы. Вы находитесь на передовых позициях в решении подобных проблем и несете максимальный груз ответственности за осуществление данной работы. Особая задача – создать ситуацию, когда граждане города как можно больше участвуют в работе. Мы считаем, что обмен между городами является благом, огромным достоянием на пути международного сближения и достижения общих целей. Вы указали на множество проблем, которые приходится решать городской думе в Самаре. Но тем не менее я вижу, что такой же круг проблем решаем и мы в муниципалитете в Штутгарте. Мы, как городской совет, во взаимодействии с мэрией Штутгарта занимаемся улучшением благосостояния жителей нашего города. По словам представителей Штутгарта, мощным стимулом для развития Самары станет проведение мирового футбольного первенства. В 2006 году чемпионат проходил в Германии. Одним из стадионов стала Mercedes-Benz-Arena в Штутгарте. И сегодня гости высоко оценили самарский проект и выразили намерение посетить игры в 2018 году. Виктория Шара, Алекс Верев, Дмитрий Мешканцов. События.